впечатляет, да? На этой трассе есть все. Машины, грузовики, танки, самолеты, дома, астероиды, стамперы и 1000 тонн тротила. Ну и самое главное, охраняет наш ход такой вот огромный шлагбаум. И 3 гнома. Ну да. Мне кажется, то, что поезд увидит же по станцию этого гнома и развернется. О боже, ребята, я уже слышу поезд, и он мчится на полной скорости. Боже мой, пожалуйста, моя трасса, моя... Моя трасса! Остановись! Остановись, стой! Стоперы! Нет, давай, астероид! Дом! Я не успеваю следить! Нет, нет, поезд, поезд, ну перетяни ты ее! Даже с помощью щитов этот поезд не остановить. А гномы-то уцелели. А каким образом? Для этого мифа я возьму себя и самолет. Возьму веревку, прицеплюсь к самолету. Ну и попробую его сдвинуть. Эх, давай, поднатужься. Давай, пожалуйста. Ну а теперь вторая попытка. Я немножко подкачался, попил растишки. И мы готовы бежать, давай. Ух, самолет, сдвинься, пожалуйста. Тоже, да, я пукну сейчас. Да, понимаю, выглядит странно. Но почему бы не попробовать? Капибара, давай! Давай, ты сможешь! Ты, давай, поднатужься, я фиксирую! Ну давай! Шерстяная же по станции, ты сможешь! После того, как я увеличил количество капибар, а именно их теперь 9 штук, я думаю, мы сможем одолеть этот самолет! Капибары, вперед! Давайте! Вы сможете, давайте, давайте, я слежу! Ну, чуть-чуть, ну хотя бы чуть-чуть! А у меня вопрос. А почему 2 работают, а все остальные сидят на жопе ровно? Этот прям старается больше всех. Он в космос сейчас улетит. Как бы то ни было, этот миф неправда. И с помощью человека, а тем более уж капибар, самолет сдвинуть нельзя. Поэтому этому мифу мы ставим огромный...